Приветствую вас, друзья, на канале саморазвития и обучения. И сегодня наш рассказ будет о мистическом и мудром направлении ислама – суфизме, в котором мы рассмотрим его главные идеи и суть, принципы и философию суфии, соответственно, людей, практикующих и исповедующих данное религиозное направление Среднего Востока. Слово «суфизм» переводится как «шерсть». Это название было дано мистикам данного течения, носившим одежду из шерсти, как символ самопознания и самоотречения. Причем суфием мог, да и в принципе может стать любой человек, независимо от веры, культурной принадлежности и положения в обществе. Есть у этого слова и другие переводы, но об этом позже. Историки относят возникновение суфизма к 7-8 веку, когда появилось отдельное направление в исламе, основанное на аскетизме и мистике. Постепенно развивались различные суфийские школы и росла популярность данного направления как образа жизни, основанного на самопознании и познании Абсолюта, когда человек постигает себя во всей полноте. Суть и цель суфизма. Религиозное учение суфизма ставит своей целью очищение души и самопознание, как через практику аскетизма, так и через практику молитв, обрядов и веры в единого Аллаха. Примером для суфиев служил пророк Мухаммед, который вел аскетический образ жизни и которого не интересовали мирские дела и большую часть времени проводившего в молитвах и постах. Сущность и суть суфизма – это единое со всем существованием, к которому нельзя подходить интеллектуально. Необходимо влюбиться в существование. И здесь нет какой-то системы, а есть лишь любовь и доверие к глубокому существованию. Существует одна история про суфиев, или как еще называют, суфийская притча. Когда ученик пришел к мастеру и сказал, что хочет узнать истину. Тогда мастер сказал: «Хорошо, пошли за водой, но не задавай вопросов». И вот они пришли к колодцу, и мастер стал опускать в колодец ведро, у которого не было дна. Он опускал в колодец ведро без дна и поднимал его обратно. Наконец ученик не выдержал и спросил: «Что вы делаете? Ведро же без дна». Учитель прогнал его, так как он нарушил правила. Чтобы понять мудрость, интеллект не нужен. Суфизм раннего периода основан на подражании пророку Мухаммеду, исследованию его правилам и предписаниям. Также суфии размышляли над сутью Корана и проводили свою жизнь в молитвах и постах, отрешаясь от мирского. Также одной из главных идей раннего суфизма было очищение своей души через практику бедности и покаяния. Таким образом, суфии хотели приблизиться к Богу, проявляя бескорыстную любовь и служение в молитвах и постах, что также характерно для раннего христианства и для практически всех христианских святых и аскетов христианства и практически всех остальных религий мира. Так сформировалась и философия суфизма, теория и практика слияния или растворения себя в Боге. Принципы суфизма. Основные принципы суфизма заключены в создании совершенного человека, свободного от своих страстей, своего эго или я и постижении божественной истины или слияния с Богом, что также практически слово в слово напоминает буддизм, о философии которого мы уже писали. Так, принципами суфийской практики служат совершенствование духовного мира человека и освобождение от материальной зависимости, а также бескорыстное служение Богу. Также в своих принципах практики они полагаются на учение Корана и следованию идеям пророка Мухаммеда. Философия суфизма кратко. Поговорим о слове суфизм. Оказывается, это слово с персидского переводится как суфий или суфий, что означает нет различия между собой и целым или между собой и остальным миром. Суфий может существовать где угодно, и он по-настоящему религиозен, поскольку стремится к запредельному, и чем ближе человек к Богу, тем больше он растворяется и исчезает. И когда человека нет, он становится всем. Суфизм передается от сердца к сердцу, как волшебство. И для суфия Бог – это не личность. Для него он повсюду и везде, как имя или идея целостного существования. Иногда слово «суфа» переводится как «чистота ума», то, что в уме больше ничего нет или там нечего искать, нет мыслей, размышлений и нет ума, что будет полностью понятно только практикующим дзен. Не вы ищете Бога, а Он ищет вас.
Великие мудрецы суфии говорят о том, что человек не может искать Бога, пока человек думает, что выбирает его. Инициатива принадлежит Богу. Он всегда первый спрашивает, где ты? Сначала выбирает Бог, потом вы ищете его. И человек так мал и не знает, как искать Бога. И что это такое вообще поиск Бога, человек тоже не знает. И в этом великое благословение, когда кто-то ищет Бога и находит его. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Философия суфии. Суфии говорят, чтобы жить в настоящем, не следует уходить мыслями в будущее или прошлое. Суфий живет от момента к моменту, и у него нет беспокойства или планов в отношении следующего момента. Суфий живет в настоящем. Жить в данном моменте – это означает, что идти больше некуда, ни в прошлое, ни в будущее. Вообще никуда. В этом настоящем моменте происходит остановка. Остановка для прошлого и будущего. Вы умерли для обычной жизни и родились для Бога, который всегда приходил к вам, но вас не было дома. А находиться сейчас для суфия – это быть дома, и наконец-то Бог вас застал на месте. Какая волнующая встреча! Ни он, ни вы уже не знаете, кто есть кто. Ведь обычно у человека есть прошлое или будущее, но нет настоящего. Человек, живущий прошлым, просто застрял, и он не в настоящем. Прошлое – это иллюзия, как и мечты о будущем, фикция или иллюзия. И лишь в настоящем моменте рушится здание иллюзий, рушится иллюзии ума, страдающего и перерождающегося ума. Духовный рост по-настоящему возможен лишь когда вы находитесь в настоящем моменте, в который есть сама жизнь. А если это не так, то вы просто уснули и спите, или даже умерли, так как у вас нет осознания себя целостным, со всей жизнью и со всеми окружающими. Почему в обычных людях нет радости? В соответствии с философией и учением суфиев, обычная жизнь кажется однообразной и скучной, так как для большинства это погоня, то за одним, то за другим, поэтому и в жизни так мало радости. И поскольку у людей есть опыт прошлого, они больше не удивляются и им скучно. Здесь суфизм говорит, сними бремя прошлого и будущего. Зачем думать о том, чего уже нет, или о том, чего еще нет? Почему бы не жить настоящим моментом, где есть радость самопознания и познания Бога внутри? В этом моменте вы умираете как человек и рождаетесь как Бог. Почему люди боятся смерти? Потому что во время смерти человек исчезает, его поглощает ничто, великий свет или великая пустота. Суфий полон, обычный человек нет. Человек постоянно требует себе внимания. Муж от жены, жена от мужа, политики, аристократы. Все они хотят внешнего внимания, потому что пусты внутри, и им надо чем-то заполнять эту дыру. А суфий полон бытием. Он не отделен от существования, его эго отсутствует, и он сам отсутствует. А когда человек отсутствует, в нем уже присутствует Бог. Это и есть просветление по суфийству. Чтобы посмотреть, что представляет из себя человек и определить, живете ли вы в настоящем, суфизм говорит, что нужно просто смотреть на секундную стрелку на циферблате своих часов. Даже в течение одной минуты человек не может просто смотреть на стрелки часов. Сколько раз мысли о прошлом или будущем уводили нас за собой, уводили из настоящего момента. Это говорит о том, что человек спит и видит сны, то о прошлом, то о будущем. Он давно умер для Бога. Он просто труп, так как он никогда не живет в настоящем, и значит его нет. А суфизмом считается, что суфиями были и Христос, и Будда, Лао Цзы, и Кабир, Ашо, Шри Рамана, а самым известным настоящим из суфий, конечно же, был великий просветленный и писатель Омар Хайям, о котором мы еще будем говорить отдельно, и многие другие святые прошлого. Пробуждение – это значит проживать жизнь такой, какая она есть, и быть в настоящем моменте – это слияние с жизнью и с Богом. Вывод. В
каждом человеке, независимо от его религии и вероисповедания, может быть суфи, при условии, что он желает проснуться в этой жизни. Ведь Бог приходит к человеку каждый день, а человека в это время нет дома, так как он постоянно занят то прошлым, то будущим. А жить в настоящем моменте значит быть дома. Суфизм – это не вера и не религия. Это область знания, где каждый знает или как минимум познает самого себя, где познающий и познаваемое одно существование, то есть Бог, что в принципе и является идеалом большинства религий и истинных верований. Ну а на этом разговор о философии и сути суфизма мне придется закончить. До встречи на нашем портале. Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на наш Summary Club экспресс-обучения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме. Давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканала и по ссылкам в описании. Всем добра!